На Гомельшчыне подведены выники месячника по добраўпарадкаванні. Ён проходил на протягу листопада. У гэты перыяд в области працавали комиссии, якія по 18 критериях оценивали работу на месцах. У приватности это стан фасадов, будинков, дорог, добраўпарадкаванне воинских пахаванняў, очищение придорожных территорий и лясных массивов от смецця, знос нежилых домов. По выниках оценки лепшими признаны Жлобинске, Калинковицке, Лечицке и Октябрьске районы. При этом и у інших так само зроблено многое. Мы уже который год делаем наши районные центры все лучше, все интереснее. И сегодня они уже становятся не только город Гомель, но и районы центре визитной карточкой. Мы сегодня говорим и о Чечерске, и о Будакошелеве, о Ельске, о Турове. И, конечно, изюминка этого года – это город Рогачев, в котором был День письменности. Такая же работа будет и продолжена. На протягу месяца так само оценили районы областного центра. Лепшим признаны Новобелецкий, дякуючи проведенному дорожному ремонту и добраўпарадкаванню дворовых территорий. С невеликим отставанием на другим месте традиционный лидер минулых годов – Советский район. Даденные по выниках года будут представлены на республиканский узровень, после чего вызначить лепшую в область краины. До речи, наш регион неодноразово становился пераможцем, а город Гомель означен, як лепший по санитарным стане и добраўпарадкаванні по выниках минулого года.